У судьбы нет причин, без причины сводить посторонних. Ці слова належать Коко Шанель. А в ефірі телеканалу ОТВ програма «Поради психолога». І мій експерт-співрозмовник Оксана Кличко-Макаренко, практикуючий медичний психолог. Оксана, я вас вітаю. Здравствуйте. І ми продовжуємо ту тему, яку ми започаткували минулого разу. Нагадаю, що ми говорили про те, як зустрічається двоє, чоловік і жінка, або дівчина і хлопець. А сьогодні ми говоримо про те, як розвиваються стосунки. Ну і, зокрема, які складнощі виникають у процесі розвитку стосунків, які очікування у чоловіка і жінки від цих стосунків, чи завжди вони правильні, чи завжди вони виправдані? Ну, на самом деле, как бы в психологии существует несколько классификаций разных авторов, которые, значит, выделяют отдельные кризисы в процессе развития отношений. Но я бы не хотела... Стосунки вообще нема, а уже криза. Да, да. Вот самое интересное, что да. Я не хочу сейчас как бы озвучивать теорию кого-либо одного, какого-то одного автора. То есть я дам такую усредненную картинку, сведу это, собственно говоря, к четырем таким этапам, которые проходят пары. Вот. И тема, на самом деле, очень обширная. Я думаю, что мы как-то на ней еще остановимся там впоследствии, более подробно об этом поговорим. Но в целом можно сказать следующее. Первый кризис, действительно, вот как вы говорите, он возникает тогда, когда пара еще как таковая не сформировалась. То есть она еще до этого момента уже возникает кризис, то есть еще в преддверии. И, собственно говоря, он и заключается в том, что люди принимают для себя решение эту пару как-то создать, то есть оформить как-то отношения и озвучить это, ну, прилюдно показать, да, о том, что вот мы есть пара. И самое... большие сложности в этот момент возникают как раз именно с тем, с каким посылом люди заходят в отношения. То есть мы с вами в прошлый раз говорили о том, что есть два вида мотивации, да, основных, почему мы выбираем человека. Мы выбираем человека, который как-то дополняет нас, наши черты, да, какие-то, или похож на ту модель семьи, которую мы имели, то есть похож на родителей наших, не или, а и. Да, вот. И если мы говорим вот именно про модель семьи, то часто выбор мы делаем по причине того, что это либо такое же, вот как у нас есть, то есть у нас узнавание, да, это знакомая модель, я знаю точно, как здесь себя вести, ну, то есть мы принимаем на себя роль там, мамы или папы, вот, и начинаем как бы полностью пытаться восстанавливать эту вот систему, в которой мы выросли. Либо может быть обратная ситуация, такой антисценарий, да, это когда вот, например, женщина живет в семье, в которой там отец алкоголик, и она говорит, что нет, я себе никогда не выберу человека с зависимостями какими-то деструктивными, мне нужно что-то совсем другое. Вот. Но получается вот ситуация, когда она выбирает человека с зависимостью, но как бы социально приемлемой. Например, человека-трудоголика или там спортсмена, который дома никогда не бывает. Все равно там какая-то зависимость. То есть, нет, тут получается вот именно вот тема, как работают эти антисценарии. Да? Мы, кажется, пытаемся от чего-то убежать, а по сути мы бежим от чего? Вот у нас есть отец, который эмоционально холодный, который как бы в себе, который не в семье, который там, ну, постоянно как-то куда-то убегает от этой окружающей действительности. И я выбираю себе партнера, который по большому счету такой же эмоционально холодный, он где-то отстранен, но его в семье практически нет, но зато он не алкоголик, он может вообще не пить. Да? То есть получается, что на те же грабли, но с другой стороны мы заходим. Бывает, что люди выбирают партнера, потому что он на них очень сильно похож, как им кажется. Ну, например, очень ярко сейчас мы видим там в соцсетях, в Инстаграме там такие странички, которые ведут пары, два блогера, и вот они как бы там вместе, такие вот красивые, там, спортивные, прочее-прочее, они постоянно себя демонстрируют. Сложность заключается в том, что эти пары, они как бы живут вовне. Да, действительно, они очень похожи, и это создает очень сильную конкуренцию и напряжение внутри пары. И такие пары очень быстро обычно расходятся, то есть они не доходят до следующего этапа именно по причине вот этой вот конкуренции. Один из мотивов часто, по которым люди вступают как бы в отношения, это, знаете, вот потребность видеть в другом человеке вот этот вот постоянный блеск в глазах и восхищение, да, то есть мы как бы
оцениваем себя через отражение в глазах другого человека. То есть ребенок недополучил в детстве этого восхищения со стороны родителей, со стороны мамы. И он как бы за вот этой вот эмоцией тянется. И сложность заключается здесь в том, что вот эта вот пиковая такая яркая эмоция, когда тебя принимают по умолчанию и вот рады любому твоему движению и взгляду, она проходит достаточно быстро. То есть влюбленность, она как бы заканчивается, и дальше она должна перейти в какое-то более стабильное чувство и в какой-то другой формат отношений, когда люди там на что-то о чем-то договариваются, не всегда бывают довольны друг другом, бывают какие-то скандалы и ссоры и так далее. И вот эти отношения именно разрушаются по причине того, что тут вот это аховое состояние, оно закончилось, и я начинаю искать где-то в другом месте что-то вот такое похожее. То есть вот эта гонка за вот этой быстрой эмоцией, да, такой. Поиск идеала. Очень сложный такой момент. С одной стороны, такие отношения, они могут быть достаточно долгими. Если, например, это отношение такое, знаете, садист-мазохист, когда, или нарцисс-мазохист, скорее даже правильнее будет сказать. То есть когда один человек, он либо занимает какой-то там статус, либо это, может быть, там обладает какими-то особенными чертами, выделяющими его на фоне остальных, там, не знаю, очень творческая личность, например. То есть вот отношение там гений-муза, да, или наоборот, это какая-то, может быть, очень красивая женщина и ее вечный воздыхатель, который рядом, и такой вот добровольный паж такой. Вот. Ну вот какие-то вот такие вот отношения. Они могут длиться долго, а может быть, что наоборот, они разойдутся достаточно быстро по причине того, что человек, которого ставят на пьедестал, он как бы должен постоянно доказывать, что он идеален. Соответствовать. Он своего рода, да, он должен соответствовать, потому что это про то, что, ну, если я тебя выбрал, то ти ж будь добр, я же тебе воздвиг на этот. Ну, тривалий час людина не може знаходитись в такій ейфорії, да, тому що це психіка навіть не витримує. І от дійсно після першої закоханості настає там період протирання, там побут, такі більш прозаїчні речі, і це може розхолоджувати, да? Может, а может быть и нет. То есть если это какая-то система, которая выработана, ну, была действительно с детства, если это, допустим, эмоционально холодная мать, и ребенок всегда как бы при ней, да, или наоборот, там, эмоционально холодный отец, и девочка привыкла к тому, что она вот просто должна где-то быть рядом, то для нее это есть норма. И такие отношения действительно могут длиться долго, и если это обоих устраивает. Вот, если кто-то отказывается от навязанной как бы ему роли, то тогда, конечно, возникают вопросы. Или наоборот, мужчина превозносит женщину какую-то, да, вот он для себя решил, что это идеал его, и он занимает позицию вот именно ведомого, не ведущего, а ведомого в этих отношениях. А у нее есть своя установка на предмет того, что мужчина должен быть сильным, мужественным, руководящим, ведущим, таким Моисеем, за которым она готова идти. И у них в этом плане вот могут возникать конфликты, потому что как бы, ну, абсолютно разные модели, и они вообще никак не согласуются. То есть на первом этапе это ей может льстить и нравиться, да? А дальше, вот, когда мы говорим про какие-то уже серьезные отношения, дальше они не идут. И такие отношения просто разрушаются. Есть еще такой момент, когда люди ищут отношений, потому что у них велика потребность в слиянии. То есть им нужен другой человек, который станет как бы их продолжением. И тут больше про какую-то власть над другим человеком, то есть и про какие-то иллюзии на предмет того, что нам не обязательно говорить. Мы по умолчанию понимаем друг друга, мы вообще и дышим, и говорим на одном языке, чувствуем друг друга на расстоянии. Вот. И в продолжении как бы этой идеи есть то, что человек должен поступать так, как я хочу, он должен знать, чего я хочу, и полностью соответствовать моим ожиданиям. И самая большая сложность как бы в этот момент в такого рода отношениях возникает именно тогда, когда человек проявляет свою самостоятельность и говорит о том, что а я, собственно, не обязан. То есть он как-то не соответствует ожиданиям, которые на него были возложены. И это, опять-таки, разрушает отношения.
Очень сложные отношения, когда мотивацией является компенсация каких-то своих дефицитов. То есть мне чего-то не хватает, я стараюсь это компенсировать за счет другого человека, у которого это есть. Либо есть такая сложность, вот если человек пытается, не, ну, скажем так, построение отношений является не его личностной потребностью, а необходимость как-то соответствовать социальным ожиданиям. Ну, из серии там «все подружки замужем, а что же я тут, да, сижу одиноко?» Или там «у всех уже есть дети, а у меня нет». Вот, то есть мы вступаем в что-то, в какие-то, ну, в какой-то новый этап своей жизни не потому, что я на самом деле этого хочу, а потому что мне нужно вот фасад предъявить, да. Как только вот этот вот чудесный штамп в паспорте вырисовывается, тут же возникают вопросы про доверие, про любовь, про соответствие друг другу, про общие цели там или еще какие-то вот такие вот штуки, про, опять-таки, соответствие вот этим моделям, внутреннему вот этому образу, который, да, у меня есть касаемо партнера, то есть насколько он вообще вписывается в этот образ. То есть и оказывается, что, ну, люди вообще абсолютно разные. И очень много семей разрушается именно по причине того, что они понимают, что, ну, они не подходят друг другу. Либо же это какие-то могут быть долгоиграющие, но несчастные семьи. То есть сначала мы выходим замуж, потому что мама с папой так сказали, потому что мне надо было кому-то что-то предъявить. Потом мы рожаем детей, потому что надо кому-то что-то предъявить. И все. И дальше ты вгрузаешь в эти отношения. Человек несчастен, ты несчастна, дети несчастны, в общем. Чи є якийсь стандарт, скільки люди мають зустрічатись, перш ніж створювати сім'ю, щоб дійсно побачити, чи є у нас спільні погляди, чи є у нас спільні захоплення, чи немає у цій людині чогось такого, що я ніколи не сприйму, да? Тобто, от, ну, не скоропалительний брак, да? А от скільки треба зустрічатись, щоб зрозуміти хоча б такі от речі? А скільки живе любов? На самом деле, вот если мы говорим про вот этот романтический период, когда розові очки і все остальное, то он заканчивается тогда, когда люди принимают на себя какие-либо обязательства. Вот как только мы входим в состояние уже, когда ты должен, не когда ты хочешь, а когда ты что-то уже обещаешь другому человеку, когда вы уже там прям по-взрослому, вот тогда романтические отношения заканчиваются. Тогда начинаются претензии, и тут уже возникает вопрос, а смогут эти два человека договориться или нет? И вот тут вот как раз и есть вот этот вот самый кризис первый, да? То есть когда мы вот только-только на старте, и у нас уже возникают как-то вопросы к друг другу. Наиболее слабые браки – это те, которые были заключены до полугода, встречаний. То есть люди не успели еще обговорить, скажем, на берегу какие-то моменты, там, а какой я в быту, а какая ты в быту, а там, к чему мы идем, или чего ты хочешь вообще, а как ты видишь. Очень часто момент, ну, какие-то конфликтные моменты возникают тогда, когда люди понимают, что они говорят на разном языке. То есть, казалось бы, мы произносим одни и те же слова, но подразумеваем под ним абсолютно разные вещи. То есть, и когда ты не знаешь, какая там была модель семьи у твоего партнера, да, пытаешься навязать свое. То есть, вы недостаточно узнали друг друга, и получается, вам вот эти вот все проблемы приходится переживать уже потом. А это не всегда получается по причине того, что там уже могут появиться дети, и вот это как дополнительный еще кризисный такой момент. И, в общем-то, не все выгребают из этого, не у всех получается. Второй такой срок – это 3 года. То есть если люди встречаются больше, чем 3 года, и потом принимают решение пожениться, в общем, это чаще всего бывает либо потому, что какие-то внешние причины возникли, либо для того, чтобы сохранить отношения, которые, собственно говоря, уже разваливаются. И это тоже, ну, скажем, не самая здравая модель, потому что, ну, сохранить то, что уже не жизнеспособно, мы пытаемся мертвую лошадь еще пинать там и как-то ее реанимировать, считая, что если мы ее выведем на новый уровень, то это поможет. Скорее всего, нет. Хотя, опять-таки, можно говорить, что это такая усредненная картинка. Бывают частные случаи, конечно же. Люди расписались, как бы логично, что следующим этапом отношений должно быть появление ребенка, но какие-то определенные сложности, либо убеждения, либо там проблемы физического толка, они как бы не дают выхода на этот новый этап. И очень много пар расходятся
если там в течение 3-5 лет ребенок не появляется, или не появляется что-то замещающее этого ребенка. То есть это может быть общее дело, это, не знаю, там, любимая собака, но все что угодно. То есть что-то такое, что может как бы, либо усыновляют там ребенка, бывает, да, то есть что-то такое, что как бы может как бы заместить это пустое место, вот, закрыть его. Если же ребенок появляется, то семья сталкивается с новыми как бы сложностями. Ребенок стал центром семьи. Во-первых, ребенок, да, ребенок во многом как бы перебирает на себя внимание, в частности, женщины. Но женщина, если она хорошая мать, понятное дело, она полностью сосредоточена на ребенке. Это и физиологические какие-то изменения, которые происходят в ее теле, и психологические. Она как бы полностью заложник, да, этой всей ситуации. Она, весь ее ритм жизни полностью переключается на этого маленького человека. Она полностью вынуждена под него подстраиваться. Мужчины тут, ну, как бы, мужчины по-разному ведут себя в этой ситуации. Тут очень такой больной момент имеет место быть, вот, когда включаются модель родительской семьи. Потому что вот здесь вот очень яркая проверка. Человек может в одном виде воспринимать свою девушку, например, да, и совсем в другом виде воспринимать свою мать своего ребенка. Например, то есть, ну, легкие, свободные отношения в тот период, пока вы встречаетесь, или когда вы только поженились, и вот у вас еще такой романтический, да? Живем друг период, для друга. Живем друг для друга. Вот. И совсем другая модель, когда у вас появляется ребенок, а мужчина в этой семье, например, был воспитан женщиной. У него не сформировалась вообще модель поведения мужчины в данной ситуации. Он не знает, что это такое, и он самоустраняется и отдает все полностью как бы своей жене, перекладывая на ее плечи. Ну, моя мама смогла там, допустим, двоих поднять еще на работу, бегать там и так далее. Вот и ты справляйся. Причем это у него все возникает неосознанно. У людей, у которых повышенная тревожность, у них включается, особенно это у женщин, да, вот если женщина склонна, как бы, ну, такой тревожный тип, то она переключается полностью на ребенка, и она как бы отодвигает мужа. То есть отношения в паре нарушаются по причине того, что женщина полностью концентрирует себя на ребенке, его потребностях, удовлетворении там, каких-то его жизненных нужд. У нее там постоянно какие-то там сложные мысли на предмет болезни там, этого ребенка, там, и будущего этого ребенка и так далее. В общем, все об этом. А муж вот остается, он где-то в стороне, его как бы убирают. Вот. И, естественно, это холод и отчуждение в паре, это тоже, ну, большая проблема. Очень сложным является вопрос сексуальной жизни в этот момент в паре. Возникает тоже масса моментов по причине того, что и в момент беременности, то есть там могут быть какие-то ситуации про то, что в принципе, ну, врачи запрещают, да, какие-то отношения. И в момент как бы кормления у женщины повышается уровень прогестерона, понятное дело, который настроен, направлен на то, чтобы кормить ребенка, и либидо при этом снижается. Да. А у всех есть свои потребности, у мужчины они тоже есть. И вот это тоже момент, как пара сможет договориться. То есть могут ли они понять и услышать друг друга в этот момент. Это очень такая серьезная почва для начала измен в паре. Именно в этот момент они возникают. Есть определенные моменты по поводу каких-то, опять-таки, своих нарциссических переживаний, если люди к этому склонны. У женщин, в частности, часто по поводу собственной внешности и, в общем, проблем, которые следуют за беременностью и кормлением, да. Мужчины, которые как бы тоже нарциссичны, и, следовательно, им нужно, чтобы рядом женщина, она выглядела всегда сногсшибательным образом вообще. Ну, вот эта вот модель про то, что Мадонна-проститутка, да, вот с одной, из одной в другую должна переключаться быстро, с одной стороны, должна быть идеальной матерью для моего ребенка, а с другой стороны, ты должна быть всегда на высоте. Вот, и на этой почве очень часто конфликты возникают. Это тоже такой сложный момент.
Также не оставляет в покое молодую семью обычно социум, ввиду бабушек, дедушек и прочих людей добрых, которые лезут в эту семью и пытаются, значит, навязать свою модель и рассказать о том, как надо, как не надо. Активно вмешиваются в жизнь этой пары. И они как бы привносят вот свое течение, и они тем самым эту пару разрушают. То есть этих двоих они, по сути, растягивают в разные стороны. И это тоже есть такая большая проблема. Поэтому тут очень важно научиться выстраивать именно границу. Задача бабушек и дедушек – быть на подхвате и появляться по требованию, грубо говоря. Вот, то есть если вы хотите участвовать в жизни этой семьи, то помогайте, но не мешайте. Не мешайте, да, потому что если вы вмешиваетесь, если вы навязываетесь, а тем более, если вы начинаете конкурировать, ну, в общем, никому от этого добра не будет. И у ребенка будет какая-то сломанная потом модель семьи, то есть он не будет понимать вообще, кто, где кого слушать, и он будет потом играть и манипулировать тоже на этом. И отношения в семье разрушатся. И очень много ситуаций, когда муж просто уходит из семьи по причине того, что он не может с вот этим бабским царством бороться. Когда появляется ребенок, и женщина находится в декрете, это финансовая зависимость. То, с чем приходится сталкиваться, во-первых, возникают моменты, когда, если женщина работала до этого, она привыкла зарабатывать, у нее были какие-то деньги, и тут она оказывается вынуждена в ситуации, так как она должна от кого-то зависеть. Вот. И бывают сложности, когда женщине, допустим, стыдно просить денег у своего мужа, да, или даже не в деньгах, а то, что она не может себя так активно проявлять, как она проявляла до этого. Некоторые женщины, ну, знаете ситуации, когда там на третьем месяце после рождения ребенка выходят на работу, то есть, ну, пытаются как бы вернуть это свое состояние покоя. И тут очень важно, опять-таки, грамотно среагировать мужчине в этой ситуации, потому что возникают моменты, к сожалению, достаточно часто, когда мужчина пользуется этой ситуацией, и в нем начинают отыгрываться какие-то свои садистические истории, и он начинает манипулировать или ущемлять, или, ну, вводить в какую-то вот эту вот зависимость, то есть еще больше как бы ухудшать эту ситуацию, да, как бы усложнять ее для женщины. И это тоже бывает часто повод для конфликтов. Как правило, вот второй ребенок, он появляется где-то тогда, когда первому 1.5-2 года, то есть когда ребенок уходит в садик. Вот. И еще один момент – это 6-7 лет, когда ребенок уходит в школу. Да. И связано это с тем, что каждый раз в этом моменте становится вопрос уже перед женщиной, ну, даже не столько перед женщиной, перед парой, но именно касаемо женщины, а что она будет делать дальше. То есть она какой-то период времени она была дома, она занималась исключительно ребенком, она ушла из своей профессиональной среды. Если она была. И у многих молодых мам возникает очень большой страх перед тем, чтобы вернуться назад на работу. То есть у нее есть ощущение, что она уже не настолько квалифицирована, что она уже забыла, угу. Да, что там происходило. А мы знаем, что, ну, как бы особенности физиологии женской, они выстроены таким образом, что женщина вот в период лактации, кормления, да, и раннего возраста ребенка, она полностью перестраивается на ребенка. И многие вещи действительно забываются. То есть многие мамы, допустим, жалуются, что она не помнит очевидные вещи, что у нее, вот, она полностью сосредоточена на этом. Но так, скажем, позаботилась об этом наша природа. Вот, для того, чтобы женщина была сосредоточена на потомстве. И, естественно, возникает такой ступор по поводу того, а нужно ли мне это, а стоит ли вообще туда идти. И как способ избежать этого выхода на работу вот является появление следующего ребенка в семье. Очень часто мужчины являются тоже как бы стимуляторами этого дела по причине того, что для мужчины это тоже удобно. Жена всегда дома, всегда есть обед. Да, жена всегда дома, он спокоен, он точно знает, что там и как там. Вот. Нет вот этих вот конфликтных моментов по поводу того, что у ребенка что-то случилось в детском саду, кто его там будет забирать. Или, ну, женщина красивая в окружении других мужчин, вот это тоже какие-то моменты ревности, да, это, возможно, и возбуждает, и тревожит в том числе. Для семей, которые очень где-то ориентированы, у них очень такой сложный период начинается, когда ребенок вот уходит в социум, да, потому что
если до этого вся жизнь семьи, она полностью концентрировалась вокруг ребенка, то тут как бы начинается такой пересмотр отношений в паре. Мы начинаем вспоминать о том, а кто мы, собственно говоря, друг другу. А есть ли что-то такое, что нас объединяет? А интересно ли мы вообще? А есть ли у нас сексуальное желание по отношению друг к другу? И как, вот это вот освободившееся время какое-то, а как мы будем его проводить, да, и что там будет дальше? И возникает момент некой даже опустошенности и скуки. И вот эта вот скука, с одной стороны, вроде как уже все предсказуемо, все налажено, есть какая-то вот отдаленность, да, уже такая друг от друга, она тоже приводит часто к тому, что возникают измены. То есть это именно вот тот момент, когда люди начинают искать какого-то драйва где-то там. Хорошо, если они находят этот драйв в каком-то творческом деле или в каких-то увлечениях. Хуже, конечно, если в пару вклинивается какой-то третий. Если мы говорим про кризис, то любой кризис, это, ну, для чего он вообще существует как таковой, да? То есть это новый момент, новый этап развития. Показать, да, что так, как раньше, быть не может, и нужно идти куда-то дальше. И вопрос в том, как люди справятся с этой ситуацией, и выйдут ли они на новый уровень. И почему мы говорим про кризис? Потому что это именно как экзамен, да, вот мы в школе каждый год сдавали экзамен. И здесь вот как экзамен для пары, то есть, а чему вы научились, а как вы прошли этот год, условно говоря. То есть даст ли это возможность вам идти дальше? Или ви розрушаєтесь і розходитесь, і строїте там где-нибудь нові відносини? Дуже багато криз, але от наступний який етап? Последний, можна сказати, це кризис третього возраста, як він називається. Це ефект опустішого гнізда. Це коли вже діти дорослі. Ребенок вже взрослий, да, він покидає как бы, вот, родительський очаг, уходить в свою большую жизнь. І це дуже велика сложність, звісно, для сім'ї. И многие пары прям пытаются затормозить детей, то есть внушить им, что они не самостоятельные, что вы недостаточно взрослые, у вас еще ничего не получится, просто по причине того, что, ну, как бы вся жизнь семьи, она была сосредоточена вокруг ребенка, и вот этот страх выйти на новый этап, да, опять посмотреть друг на друга, оказаться лицом друг к другу вот в закрытом помещении, да, без рефери, без третьего человека, это очень большая проблема, потому что нужно опять передоговариваться. Вообще любая пара, она будет существовать до тех пор, пока они готовы передоговариваться, потому что ну, скажем, те условия, на которые вы входили в отношения, они не будут сохраняться целую жизнь, которую вы проведете вместе. То есть на разных этапах вот этих кризисных нужно как бы корректировать ваш договор друг с другом. Потому что очень много форс-мажорных моментов, очень много каких-то ну, дополнительных ситуаций возникает, которые тоже нужно вносить. И это, ну, как бы это постоянная работа, постоянное испытание. Ну, ни одна семья, ни одни отношения, они не могут быть такими лайтовыми, когда вы просто сидите там, кинув ногу на ногу и ждете, что вокруг вас там будет кто-то жужжать. То есть если хотя бы один человек из пары считает, что будет вот так, то есть мне надо просто то, с чего мы начинали, да, что я просто выйду замуж, и дальше будет все хорошо. Ну вот я всем покажу, да, этот штамп в паспорте, и дальше будет все хорошо, просто по умолчанию не будет. То есть дальше все только начинается, на самом деле. И какая наступна тема нашей такої дуже складної розмови про стосунки? Ну, я думаю, що ми можемо углубитися немножечко і більш подробно розглянути вот моменти кожного цього періоду. На цьому я подякую тобі, Оксана, за нашу розмову. Вона дуже складна була, але я скажу нашим глядачам, що не все так безнадійно. І ключове слово – вчіться домовлятись. Вчіться слухати, бачити. Якщо ви дійсно хочете зберегти свої стосунки, вчіться домовлятись. Просто сісти і поговорити нормально, без підвищених тонів, без, мабуть, егоїзму, а з намаганням почути іншу людину, яка поряд з вами.